со всей России, со всех фронтов тянулись туда войска, вот этим Бранденбургским воротам. Но я посмотрел, давайте сделаем фотографию, русские пришли в Берлин. Ну, все согласились, давайте, давайте. Поставили танки, как мне хотелось, вот сделать такую композицию, солдат вокруг. Я говорю, Жень, сгромоздись, так сказать, на танк. Он сгромоздился, ну, Долматовский, значит, идут гвардейцы по Берлину и вспоминают Сталинград. Пятое мая 45-го года. Дорогая мама, поздравляю тебя с победой. Твоему младшему сыну сегодня исполняется 30 лет. Вполне подходящий возраст для вступления в мирную жизнь. Ты знаешь, где я? У нас уже тихо. Здесь полно твоих знакомых. Горбатов, Симонов, Славин, Бек, Всеволод Иванов. А еще больше незнакомых, моих новых товарищей, прекрасных людей, храбрых трудяг из всех газет. Здесь очень много сейчас возникает слухов. Вдруг сказали, что освободили главную тюрьму. И там был какой-то писатель. Юра Крымов, Аркадий Гайдар. Я помчался в тюрьму, но все оказалось мечтой и легендой. До скорой и теперь уже непременной встречи, сын. Четыре года мы знали, как жить на войне. Четыре года шли к этому дню. А пришли и, в общем, и растерялись, куда идти дальше. Я не знал тогда, что Симонов и Долматовский однокурсники, что позади у одного Халхин-Гол, у другого финская война, что они в один день ушли на фронт. Оба не отдали фронтовые снимки, я их реставрировал. Теперь вся их жизнь собрана здесь, в этих ящиках. В юности мы не склонны к сантиментам. Некогда рассматривать старые фотографии, читать отцовские письма, тем более записные книжки. Осознание времени приходит, когда ничего уже нельзя спросить, и остается лишь печальная привилегия зрелости. Самим заглянуть в давность лет, в далекий край, откуда вышло непостижимое поколение наших отцов. Записных книжек 1934 года. Леша Карамурза утверждает, что самое лучшее место на стройке метро – охотный ряд. Когда будешь шагать с работы, прохожие не смогут разобраться, то ли ты артист Большого или Малого театра, то ли важный гость, живущий в гостинице «Москва». Если бы я знал, что катание вагонеток – такое трудное занятие, я бы еще подумал, идти ли на эту стройку. Но теперь уже все пути к отступлению перекрыты, отрезаны. Ну и хорошо, должен же я когда-нибудь почувствовать себя взрослым. В конце концов, разве я не стремился сюда? Разве не знал, что земля тяжелая? Я наивно думал, что буду здесь пописывать стихи, но они ушли куда-то далеко, и мне решительно не до них. Я вынужден меняться сменами, чтобы поспевать на занятия в вечерний литературный университет. Но чувство потери мучает, когда сижу на лекции профессора Головенченко. Он беспрерывно ругает Тютчева и Фета, а я себя и бригадира за то, что он мне дал поменяться сменами. Опускайся в глубины земные, очень вовремя.
из записных книжек 38-го года. «Как рано обретем сиротство мы, как беспощадно потеряем близких. Придет нам из Лефортовской тюрьмы одна конспиративная записка». После ареста отца памятью о нем стало молчание. «Я теперь угрюм и независим, как большое горе одинок. Я уже забыл походку писем, почты продолжительный звонок. Дождь пошел, наверное, на полгода. Где любовь? Была или не была? Почему испортилась погода? Ты, наверное, бровью повела». В далекий край товарищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синий дым Китай, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синий дым Китай, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. На той войне незнаменитой Твардовский, это он сказал первым. Два наших товарища, они у меня есть тоже в стихах, Сергей Диковский и Борис Левин, пропали без вести там, в снегах Финляндии. На замену этих погибших двух писателей послали знаменитого Евгения Петрова и меня. Я даже говорил в шутку тогда, что я у Петрова работаю ильфом. Из моих вот личных воспоминаний, пожалуй, это Айполен и Оки, один из самых страшных боев. Здесь было только то, что наяву. Сквозь гром был слышен голос одинокий. Звал санитара, раненый в потоке. Тяжелую волну несла в века. Одна, одна, Айполен и Оки. Холодная и быстрая река. Я не знал, что на том берегу поэт другого народа, Юльхе, с которым мы вот тогда в схватке находились, написал стихи «Айполен и Оки». «Горе тоже бренно, ты рекою жизни станешь непременно». Стихотворение называется «Река смерти». Стихи эти с двух сторон реки, они как-то друг к другу почти щекою прикоснулись. В этот день был, 22 июня был в Ленинграде, мы были с поэтом Светловым, и он со свойственным ему вообще таким юмором сказал: «Ну вот, видишь, говорит, теперь видно, как проводить лето, нет проблем». И мы послали телеграмму, что считаем себя мобилизованными, на следующий день уже поехали, каждый на свой фронт, каждый навстречу своей. Разные были судьбы, и надо сказать, что это не легкое, ни у кого не было. Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы.
встретиться с тобой, женщина еще не знала, бродя по городу со мной, тебя живого вспоминала. Но чем ей горе облегчить, когда солдатскую судьбою я сам на завтра, может быть, сравняюсь где-нибудь с тобой. И будет женщине другой, все повторяется сначала, вернувшийся товарищ мой, как я, весь вечер лгать устала. Ноября 41 года. Дорогая мама, это я. Надеюсь, ты уже знаешь, что я воскрес, жив, здоров, а главное, счастлив, что ты никогда ни на минуту не сомневалась в моем бессмертии. Жаль, конечно, что не литературно. Да, ты была права, когда отказывалась от соболезнования и не пошла на поминальное собрание, рассказал Твардовский. Он накопил целую пачку твоих писем. Что со мной было, длинный рассказ. Я был ранен в голову и руку, выздоравливал за колючей проволокой, бежал и испытал на себе всю верность украинских колхозников советской власти. Они меня и спасали, и лечили, и тысячи подобных мне. Посмотри на этого дядька. Обмундировали меня всем писательским миром. Мне предстоит некоторый отдых в резерве. Постараюсь, чтобы он не затянулся. Я должен пройти весь путь обратно. Но уже в составе наступающей армии. Твой неистребимый сын. Десятилетия, до него осталось, по-житейски говоря, совсем немного. Годы, только несколько лет. Надо, чтобы разыскать всех неизвестных солдат, всех пропавших без вести. Еще живы, еще можно искать, еще можно найти. А там уже будет поздно. И отношение за эти годы у нас было, он выработано подлое отношение к пропавшим без вести. Это лежало как печать, такая-то как клеймо. Пройдет товарищ сквозь бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Из записных книжек 42-го года. У меня в полевой сумке лежала драгоценная бумага. Полковник Родимцев просит отдел кадров политуправления фронта откомандировать в его распоряжение батальонного комиссара Долматовского для дальнейшего прохождения службы. Родимцев, с которым мы были дружны с 39-го года, сказал мне: «Стихи ты все равно будешь писать, но на войне надо быть военным. Будешь комиссаром батальона или инструктором политотдела. Ты был в плену, шайтан тебя возьми. Так вот, для штаба фронта ты будешь постоянной занозой. За тобой будет следить весь особый отдел. А у нас в бригаде один уполномоченный. В бою ты отличишься, потому что среди наших мальчиков нельзя не отличиться. И все будет хорошо». Редактор «Красной армии» отважился в дни жестоких боев уделять целые страницы моим стихам под общим заголовком «В осажденном городе». Где-то в заволжской типографии товарищи отпечатали эти стихи отдельной брошюрой. Это издание переправлялось в войска вместе с хлебом и патронами. Думаю, что прочитывалось, и наверняка знаю, что раскуривалось. Боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет.
За боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы названий прочли. А название такое право слово боевое — Минская улица. По городу идет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Минская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое право слово боевое — Брестская улица. По городу идет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брестская улица на запад нас ведет. 5 октября 43-го года. Дорогая мамочка, сегодня ты приезжаешь в Москву, а я улетаю на правый берег Днепра, к Киеву. Костя тебе расскажет про меня. У меня все в порядке, скоро я прилечу в Москву. Сейчас спешу, целую тебя, твой любящий сын. Теперь моя семья, поклон, привет тебе он шлет, моя любимая. Чтоб все мечты мои сбылись в походах и боях, издалека мне моя любимая, издалека мне улыбнись, моя Моя дорога войны была очень длинная вообще. От Мурманска через Черное море, через всю Европу до Берлина. Знаменитая Лейка прошла со мной всю войну. Ей были сняты все эпизоды войны. Знамя над Рейхстагом, парад победы. Подлинная Лейка. Ее взяли в Лос-Анджелесский музей фотографии. А мне вот вернули новую, такую же, этой же модели. Кто знал тогда, что снимок этот войдет во все энциклопедии, книги, журналы, станет знаком конца Великой войны. Где б ни был я, где б ни бывал, все думаю
пройдя по свету, что Гоголевский есть бульвар и комната, где мамы нету. Путей окольных не люблю, но чтобы эту боль развеять, куда б ни шел, все норовлю пройти у дома 29. А годы летят, наши годы, как птицы, летят. И некогда нам оглянуться назад. Пепел по полю, по полю, по полю пепел. Принимайте, седые, земля и трава. Пепел друга, который серебряно светил. Так светилась бывало его голова. Это будет братание с долей солдатской. Место жительства старое выбрал поэт. Могилевское поле с могилой братской, где рубцуется танковых гусениц след. Назвать малую планету в честь какого-нибудь полководца или крупного политического деятеля, пока со смерти его не пройдет 100 лет. Бывают и исключения. Планета Жуков, планета Победа. С войной связано много названий малых планет. Симонов и Долматовский. Ведь, как потом мы узнали, судьбы Симонова и Долматовского перекликаются. Они были друзьями, воевали. И самое интересное, что орбиты этих двух малых планет, они оказались очень близкими, похожими. И с научной точки зрения это может быть и случайность, а в жизни это... Он не хочет говорить слово «судьба». Теперь все раздаю. Теперь это никому не нужно. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами почти не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного.
В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Будем дружить, петь и кружить. Я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город. Я пройду мимо ваших ворот, хоть я с вами почти не знаком. И далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.